Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Faberlic Online. В этом видео хочу вам показать новиночку своего парфюмерного гардероба, но это не новинка в компании Faberlic, аромат существует очень давно, аромат легенда, вот такой красивый пуртужур. Почему аромат легенда? У него очень красивая такая романтичная история. Этот аромат был создан ко дню свадьбы президента компании Алексея Нечаева и его супруги Елены и дарился в дар комплимента гостям, которые присутствовали на их свадьбе, чтобы они не забывали об этом событии. Приходит он вот в такой красивой коробке с золотыми надписями. Сбоку вот здесь тиснение идет. И в каждую коробочку вкладывается вот открыточка. Открыточка с пожеланиями. С пожеланиями об этом событии рассказывается. Вот такой вот красивый аромат и такая красивая его история. Как сразу видно по самой водичке, что это аромат летний, что это аромат легкий, что это такой аромат зеленый. Я таки избегала пирамиды, мне нравились более густые, такие как Юдашкин Голд, который на сегодняшний день является моим любимым ароматом, платином. Еще у меня сейчас аромат новиночка любимая, это Рената. Но решила, что в преддверии скорого лета, почему бы не попробовать для себя что-то легкое и свежее. Тем более, почитав про этот аромат много отзывов и узнав такую красивую историю, мне захотелось его попробовать. Обошелся мне совершенно недорого. Это 70% скидкой. Где-то, ну я не помню, какая стоимость, но 70% скидки как вип-консультанта обошелся он мне. Почему я, собственно говоря, была рада и подумала, что если мне не подойдет этот аромат, то вот в таком прекрасном оформлении я его кому-нибудь подарю. Думаю, человеку будет приятно. Но вы знаете, мне он очень понравился. Он такой богатый, он шлейфовый, он легкий, он воздушный, он дорогой, он дорого звучащий. Замечательный аромат. Первые ноты у него начальный бергамот, лимон и мандарин. Лимон прям сразу слышится в этом аромате. Потом сердце это жасмин, ландыш, ирис, анис и груша. Обожаю, когда в пирамиде присутствует жасмин. Это такая моя любимая нота в пирамиде. И шлейф у него кедр, мускус и амбра. Тоже люблю в пирамиде очень амбрус, поэтому достойный, шикарный аромат. Кто любит, кто хочет, вернее, на лето приобрести себе что-то такое легкое, красивое, не удушающее на лето, как вот мой любимый Юдашкин Голд, чтобы не шарахались от тебя в транспорте, когда ты сильно набрызгалась, а от тебя слышалось что-то легкое, красивое такое, то присмотритесь вот к этому аромату, хотя повторяю, что он не новинка в нашем каталоге, в нашей компании. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем и покупать себе продукцию со скидкой 20%, ссылочка на регистрацию внизу. Проходите по ссылке, регистрируйтесь, паспортные данные не нужны, регистрация бесплатная. С вами была Надежда, всего вам доброго.